Каждый четверг в 6 вечера. Программа «Если честно» с Тимуром Баламбетовым. Если честно. Только на Гоку-ФМ. Если честно, я буду говорить, я с этой студии не выйду. Там будут люди стоять и ждать меня. Есть у меня один приятель. Зовут его Диас Аблаев. Он может петь? Вот по вашей оценке. Наша общая подруга Дильнас Хмадиева. Ваши стычки, ссоры, они настоящие или это сценарно? Ну, она же противная такая. Ох, она противная какая она. Ну, вы знаете, тоже не пикник на пляже. Сейчас вот это ты делают. Абсолютно хорошо ты сказал. Мне перекрывали кислород. Здрасте! Я просто уточняю сейчас, кто первый спел эту песню. Это моя песня. Нагима Искалиева не занимается своим голосом. Почему? Вы хотите сказать, что я не в вокальной форме сейчас? А я не знаю, я не слышу. Здравствуйте! Скажите мне, стоит ждать от вас камбэка? Вот это, вот скажите человеческим нормальным языком. Если честно, только на Гоку-ФМ. Добрый вечер, снова четверг, и в прямом эфире из Алматы программа «Если честно». Меня по-прежнему зовут Тимур Баламбетов, и сегодняшний эфир очень особенный для меня, по крайней мере, потому что я эту женщину в гостях ждал полгода, может быть, 8 месяцев. Постоянно что-то не получалось, что-то не срасталось. Но это того стоило, нужно было звонить и каждую неделю говорить: пожалуйста, давайте на этой неделе, пожалуйста, давайте на следующей, потому что она согласилась, и сегодня у меня в гостях народная артистка Республики Казахстан Нагима Хабдулловна Искалиева. Добрый вечер, добрый вечер. Как я рад. Дождался таки. Ой, как я рад. Как ваши дела? Какие? В принципе. Нету дела, у меня каникулы. А, все съемки закончились? Ну, съемки... Перелеты все? Да, основные перелеты. Нет, еще перелеты предстоят в ближайшее время. Вы потрясающе. Все лето я здесь была. Ну, съемки, жюри, полеты. В общем, я тут не пою, я теперь член всех конкурсов. Спасибо за уточнение. Вы потрясающе выглядите. Да. Я... хотел рассказать, поделиться историей. Дело в том, что первый концерт, который я помню в своей осознанной жизни, это концерт Нагимы Искалиевой в ДК имени Токмагомбетова города Кызылорды. Боже мой. Мама меня потащила, мама вообще с детства занималась вот эстетическим воспитанием моим. И первый концерт, это был как раз ваш концерт. Я помню полный зал, я помню вас на сцене. Ну вот, а результат какой. Поэтому ты я теперь главный, понимаете? Понимаете? Я, кстати, не вру, когда говорю, я вырос на вашей музыке. Многие говорят, это просто так, в моем случае это правда. Да врете вы все, врете вы. И я не забуду фразу моей мамы на этом концерте. Я помню, как она на вас посмотрела и говорит так по-доброму, с воодушевлением, говорит... Оказывается, она такая же черненькая, как мы. Нет, кстати, я сейчас блондинка. Нет. Натурально это мой цвет. Про то, что в то время в телевизоре все были такие светлые. Да, светлые. ЧБ. Угу. Поэтому спасибо за мое счастливое детство. Вот ты меня достал, Тимур. Боже мой. Это от любви. Какой ты настырный. Это слушайте, же... ну, так много всего можно с вами обсудить. Да так, много так, уже про меня все знают. Так много все. Не знает никто в этой стране и на этой эстраде, и в этом теперь уже шоу-бизнесе. Ой-ой. Поэтому ладно. Скажите мне, пожалуйста. Я тут как подследственная сижу. Ты знаешь, ты как главный старший этот следак Гоку, музыкального Гоку. Я тут как это подсудимая как-то. Давай мучай давай. Хорошо, хорошо. Давайте сразу тогда вопрос в лоб. Скажите мне, кто, по вашему мнению, лучший вокалист или вокалистка в этой стране? Здрасте. Кто вам лично нравится по тембральным качествам, по диапазону? Вот же сидит человек здесь. Ну вы-то не в счет. Ну вы понятно, что у вас сколько конкурсов, наград, лауреат, чего только вы не были. Какие-то провокационные вопросы начинаешь сразу задавать. Да вы же сказали, я пришла, я готова. Скажу, я сейчас скажу, Роза Махпалка обидится. Скажу Махпалка, Роза обидится. Ну вы не берите это поколение тогда. Скажу про каких-то молодых. Там еще какие-то обиды-то. Давайте лучше сплетни будем говорить. Кто кого куда послал, кто кого. Ну как, сейчас молодежь? Нет, их очень много. Их очень много. Их очень много, но талантливых мало.
Вот, кстати, об этом я хочу вас процитировать. В 2008 году в интервью вы сказали: «Сейчас звезды без году неделя. Один раз спела, и уже звезда. Даже не поздороваются. Серая сейчас молодежь. Абсолютно безликая. Точно. Все однодневки. Я не могу их запомнить. Где ФМ? Где гарем? Они все какие-то одинаковые». Да, и все волосастые, когда они бегут, типа за ним это бежит какой-то мальчик, и они вот так поворачиваются, и рапидами у всех волосы так шах, только вот так поворачиваются, шах, только все одинаковое. До тех пор, пока не подойдешь к ящику и не увидишь, а так все абсолютно безликие. Есть кто-то, кто выделяется в этой серой массе, сегодня вам кажется интересным молодым артистом? Нет, ну этот человек не молодой, но во всяком случае на плаву. Это Дильназка мне очень нравится. Ваша коллега. Да, потом, ну, Махпал изначально была не очень, как говорится, Исабекова. Сейчас она делает хорошие такие твердые шаги, узнаваемо. Ну, кто там еще? Ну, вот эти девочки, которые выпускницы Кешью. Практически все, наверное. Они все выпускницы Кешью. И кто из молодежи? Вот. Ребята молодые, не девочки, хорошо. Вокалисты интересные есть? Ну, Димаш, естественно. Конечно же, Диас. Который? Вы сейчас о каком? Конечно же, Али. Ага. Конечно же, Али. Вот сейчас у нас молодежь выходит на эстраду, которую еще никто не знает, завоевали на международных конкурсах. Это и Ернар Садырбаев. Амре, да. Сценический псевдоним. Вот давайте не будем. Вот это Амре, умру. Вообще. Давайте Амре Кашубаев просто звать. Я думаю, он услышит эфир и подумает об этом. Да ну вместе да, с продюсером. Что это такое? Вот это... Хорошо. Вот. Ну. Сейчас мальчик в Литве получил гран-при. Это Айдын. Фамилию забыла, его фамилию. Я там журила и забыла. Да, ничего. Знаете что, я понял, есть, то есть надежда. Нет, есть. Нет, ну есть, конечно же. Хорошо. Ну много чего-то. Да. Очень много, особенно вы прям крутите, не поймешь вообще кого. Ну, мы считаем, что мы... Такая мировая практика. Сначала количество, потом качество. И из этого количества обязательно появится, может быть, небольшое, но профессиональное какое-то это созвездие. Вы, и вот это вы их вот раскручиваете, и непрофессиональных. Это вы их раскручиваете. Слушайте, там среди непрофессиональных есть и дети народных артисток, поэтому я вас попрошу. Они там в этом списке. Очень активно ротируются. Нет, не активно. Я все время у меня все время Гаку и дача. Дача и Гаку. И ничего я там не слышу. Хорошо, ладно, хорошо. Мы исправимся. У меня вот какой вопрос к вам. Я очень люблю вашу музыку. Все, что можно было найти, я нашел. У меня всегда это есть в телефоне, я слушаю. Вот у меня вопрос, почему у вас так мало альбомов? В официальной вашей дискографии числится всего 2. 80-го года и 89-го да года. Да я лентяйка. Ну, Тимур, я вот ужасно. Вот почему я Розе завидую? Потому она работяга, она просто шахтер. Она вот стахановка. Она вот, понимаете, ее в поле она бы на тракторе так пахала бы до сих пор, кстати, как Камшат Данинбаева. Роза это невероятно работоспособна. А ей не надо. Как она еще успевала между концертами рожать, я в удивлении. Вот она просто пашет, как папа Карл. Подождите, даже. Я понимаю, вы любите а Розу я Куанг-Фи. А я, нет, я не потому что. Я просто говорю о работоспособности. А вот в отличие, допустим, от молодежи сегодняшней, которая выходит и поет по фонограмму. Ну, что говорите? Ну, ребят, ну давайте, я смотрю, я вообще сова, я смотрю СТБ, КТК, я смотрю все каналы, ГАКУ, я смотрю и смотрю их концерты сольные. Ну, ребята, это безобразие. Это безобразие. Что именно? Ну, потому что все поют под фонограмму. А, я понял. Понимаете? Хорошо, тогда вот такой вопрос, скажите мне. Я лентяйка. Просто хочу сказать, да, действительно, у меня мало песен, но в основном те песни, которые я пела раньше, они... В общем-то, пелись под оркестр. Вот именно поэтому я предлагаю нам сейчас послушать одну из самых любимых моих песен в вашем исполнении. Она вообще мужская. Она написана Талгатом Назарбаевым. И написана, если я не ошибаюсь, это башкирский поэт-песенник Ангам Атнабаев. Песня называется «Прощальная». Помните такое? Моему стыду, я не знаю, кто автор текста. Но, написал ее Талгат Сарыбаев. Тогда давайте послушаем эту замечательную песню.
собой одежду, возьми еду и воду про запас, возьмите дни и ночи и надежды, которые объединяли нас. Возьми цветы, их запах так чудесен, я прежде не отдал их никому. Не оставляй мне соловьиных песен, зачем мне эти песни одному? Мои удачи, бери, бери, к чему теперь они? Возьми счастье, что отныне значат счастливые или иные дни. Все лучшее возьми с собой. Оставляя за спиной, ну что еще есть, беды и печали? Но пусть они останутся со мной. Возвращением в нашу студию, в которой сегодня присутствует сама Нагима Искалиева. Я первый раз слышу это название, если честно. Если честно, знаете, если честно, я буду говорить, я с этой студии не выйду. Там будут люди стоять и ждать меня, когда я выйду, говорю, и по башке. Я, честно говоря, я сочувствую нашим зрителям, слушателям, которые не видят, что происходит между... Вот, кстати, вот то, что во время выключения микрофона. Вот в этом перерыве надо было записывать. Вот это было честно. За кадром это было интересно. Да, мы послушали потрясающую песню. Шикарную. А голос какой, боже мой. Какой голос. А видео какой. Вот вы посмотрите видео. Спасибо Гаку. Я же нашел его. Спасибо Гаку, который возобновил, реанимировал вот этот совершенно... Вот это вот такой вот в советские времена это назывался фильм-концерт. Фильм-концерт. Фильм-концерт Нагимы Искалиева. Да. Понимаете? Это в лесу Нагима в сарафане в красном. Да. Откуда она взяла этот сарафан в лесу, главное? Перед театром Ауэзова танцующего. Ой, прекрасно. Вот просто в плаще красота. У меня вот какой вопрос касательно вашего творчества. Скажите, пожалуйста, мне просто очень интересен период, когда вы работали с Лесом Дожгалиевым, потому что, на мой взгляд, это один из самых гениальных вообще композиторов. О нем очень мало информации. Можете рассказать, как этот вообще... Ну, он как-то так быстро ушел, и потом в те времена это были вокально-инструментальные ансамбли. Сначала он в Алтындане был, а потом, значит, Шалкыма при консерватории. И в основном это были самодеятельные коллективы, которые, к сожалению, и, увы, не транслировались. Mm-hmm. Это мы были сами. Были такие между собойчики, конкурсы между вузами, институтами. Это были такие конкурсы, когда мы, и, увы, это не снималось. Mm-hmm. Это вот один из тех композиторов, один из тех музыкантов, который, боже мой, как его не хватает. И он всегда обижался, если я куда-то уеду или что-нибудь, как-то какие-то мероприятия без него. Он очень ревностно относился. Mm-hmm. И он сыграл в моей жизни, конечно, огромную роль. И, кстати, да, это, наверное, один из единственных композиторов-казахстанцев, когда по тем временам советским «Мир людям земли» вошел в «Песню года». «Песню года» 86-го. Да, это единственный... Ну, Кунгетабуна, по-моему, нет, Байтерекова.
Потому что Роза пела в основном там Пауса, там Саурского пела. А это единственный казахский композитор, песня которого вошла в песню года. И у него еще много всяких. Но он в основном, конечно же, был классик. Но для вас он написал потрясающие песни. Арман написал он. Не Умер-Умер, а именно Арман. Прости, это его песня, кстати. Прости. Это его самая последняя песня на слова Еркеша Шакеева. Потому что там должна была песня быть о любви, о светлой, красивой. Но так как случилось... то, что случилось, и Еркеш вот в память о нем написал такие замечательные стихи. Для тех, кто не знает, кто это, Тлес Кожегалиев — это потрясающий композитор наш казахстанский, и я вас очень прошу, пожалуйста, поищите его музыку. Он писал как классическую музыку, так и популярную, эстрадную, и это просто потрясающий пласт работы. Обратите на это внимание. Кстати, в Америке штат Кентукки, гимн штата Кентукки написал он. Да вы что? Да, он ездил туда специально, его пригласили, я не знаю, откуда они его знают, он закончил Московскую консерваторию, аспирантуру, но, к сожалению, его, не признавали его, Тимур, понимаешь, не признавали, как-то вот так к нему очень снисходительно относились, его кидали там, то он там работает, то он там работает, и как-то у него такая боль была в душе, и он не мог это перенести. Очень талантливый, мега талантливый. Скажите, пожалуйста... А какой он аранжировщик? Не помимо того, что он классик, какие он делал аранжировки, совершенно сумасшедшие. Эмиха Абдулловна, вот вы видели, прошли этот путь... А можно просто на гимна? Можно? Ну, конечно, Тимочка, тебе все можно. Я сейчас попробую перестроиться на гимна. Вы прошли огромный путь от периода, когда песни были настолько глубокими по содержанию, и текст, и аранжировки, и вообще вот мелодичность. Вы победили с песней на конкурсе, где были слова «Что ты сделал, чтобы...» Что ты сделал, чтобы сохранить мир, в котором нашим детям жить. Отматываем на 20 лет вперед. Кто ты, что ты сделал для хип-хопа в свои годы? А сейчас вообще, как вам... вот эта ситуация с засилием тойской музыки. Вы на это как смотрите? Как вы к этому относитесь? Вот то, что у нас это такой этап. От чего убегали, убегали и не смогли убежать. Ну, я так думаю, что тойские песни, они имеют, в общем-то, какой-то смысл. Потому что народу, наверное, надоели эти патриотические песни, песни о любви, там, несчастной или счастливой любви. Ну, не знаю почему. Я думаю, что есть такое выражение. Тойские песни, тойский певец. И они, что самое удивительное, они ротируются и крутятся и по радио, и на телевидении. Вы как думаете? Народу, видимо, хочется веселиться. Они не хотят слушать серьезную музыку, красивую. Вы думаете, это период, это пройдет? Или это вот просто у нас вот так вот сформировалось, и мне все, кажется, и навсегда? Мне кажется, что этот период очень надолго задержался почему-то. Почему-то он очень долго держится. Не знаю, пройдет или нет, но как прошли советские времена, как прошли, у нас были, знаете, музыкальные редактора, существовала цензура. Понимаешь, не было таких слов. Нифига себе. Да. В эфире тем более. Я целую тебя везде, ты ведь взрослый уже там, типа, понимаете, там что еще, какие там слова? Ну, просто понятно. Такие слова, что... Да. Хорошо, я вас понял. Я можно... думаю, что есть такое выражение «тойские песни», и некоторые обижаются на это. Я думаю, что вполне нормально. Окей. Нагима, следующий вопрос. У меня их очень много, поэтому я буду гнать. Ладно, я должен успеть задать вам все вопросы, которые у меня вот накопились с детства, с первого концерта, на который я пошел. Смотрите, есть у меня один приятель. Зовут его Диас Аблаев. Боже мой. Да, вы с ним, по-моему, вы с ним знакомы тоже. По-моему, он сосед по комнате. Да. Интересно, вот какая маленькая Алма-Ата. Скажите мне, пожалуйста, вы в детстве как его наказывали? А у него не было детства, потому что мама на гастролях, а он был дома с моими сестрами, поэтому детство какое. Трудное у него было детство. Наказывали они? Да ничего подобного. Он был, я не сказал, что он мальчик был разбалованный, он вполне такой нормальный и все время хохотался надо мною. Вы в самом начале были против того, что он ударился в творчество, ну, что он хочет петь. Ну все начинается, боже мой, Тимур, это уже все обсудили. Я все понимаю. Вы обсуждали это на публике. Я хочу спросить, вы с ним когда-то об этом говорили? Никогда. Вот с глазу на глаз? Никогда. Вообще? Для меня это был шок. Для меня это было
удивление, ну, скажем так, по истечении какого-то определенного времени, это, в общем-то, убедил он меня. Вы как думаете, его... Никогда я даже не подозревала, что он вообще может петь. Он что-то мурлыкал себе. Он смотрит... А он может петь? Вот по вашей оценке. Как вы считаете? Сейчас уже да. Он хороший вокалист? Хороший. Ну, увереннее. Потому что, ну, я-то Диаса обожаю. И мы всей командой всегда под его песни танцуем, любим. Вам виднее, потому что я все-таки мамаша, я более придирчивая. Ну, вы судите всех в конкурсах. Это стало вашим... Почему же сужу? Я их и вытаскиваю. И это тоже. Как вам на катуке? Я не знаю, почему так... Вот это какие-то вот эти ваши соцсети. Я благодарна своему сыну, что он меня оберегает от этих фейкбуков, от этих инстаграмов, от всех этих всяких сетей. Потому что я один раз, когда я прочитала про себя что-то не очень хорошее, я не могла неделю заснуть. На катуке класс, мне очень понравилось. Да? Мне очень, я не знаю, почему ты так возмущался. Я возмущался? Да, конечно, я же тебе позвонила. Говорю, что ты сказал, народ не поймет, бла-бла-бла-бла. Ну так и вышло, народ не понял. Это же, он и сам говорит, это эксперимент. Да, меня не поняли, но я буду продолжать. Он в этом плане... Мне очень понравилось. Стойкий. Видите, это классно. Был эксперимент. Такой атональная какая-то музыка, она совершенно не, абсолютно не похожая ни на что. Мне лично понравилось. Он экспериментатор. И вы тоже экспериментатор, по крайней мере, вот в тот активный период вы работали в жанре Space Disco, который вообще конечно. Тогда, ну вот кто им занимался? Вот, несколько композиторов всего. И я предлагаю послушать одну из песен именно в этом жанре, которую вы записали очень-очень давно. Ну давайте. Давайте послушаем ее. В прямом эфире из Алматы. Это, если честно, и сегодня у меня в гостях Нагима. Попросила. Я человек воспитанный, но меня попросили, и я поддаюсь. Нагима. Какая песня, какой голос? Что ты еще хочешь от меня? Я много чего хочу. Я вообще удивляюсь, конечно, своему голосу. Просто удивляюсь. Ну, тогда. Вы понимаете, я когда показываю молодежи, я говорю, ребята, потому что вас многие молодые, совсем молодые, знают только как члены жюри разных конкурсов. Я говорю, вы понимаете, что это за талант вообще? Вы слышали когда-нибудь? И не слышали? Не слышали? Не знают? Не зря. Ты был на моем концерте тогда, когда мама тебя привела. Вот поэтому из тебя появился... Ты, кстати, тоже хорошо поешь. Я балуюсь, я не пою. Я смотрю тебя в Инстаграме. Спасибо, но сейчас не обо мне. Я хочу вот какой вопрос задать. Вы давно в разных конкурсах. В конкурсе, в котором вы и в этом сезоне участвуете, с вами вместе в жюри сидит наша общая подруга Дильнас Ахмадиева. Скажите мне, пожалуйста, ваши стычки, ссоры, они настоящие или это сценарные? Ну, она же противная такая.
Ох, она противная какая она. Ну, вы знаете, тоже не пикник на пляже. Ну, я так думаю, что имеет право. Имеет право. Она хорошая певица, грамотная певица, хотя и закончила ИНИАС. Да? Да, вот иногда, когда начинают конкурсанты петь на английском языке, она начинает их поправить. Я говорю, я не понимаю английского языка. Пускай он поет, как он хочет. Мне самое главное услышать, что он поет, как он поет. Да, стычки бывают, это совершенно настоящие. Серьезно. Настоящие? Да. Ну, а ты думаешь, что прям написали нам, вот здесь должна быть стычка? Тимур, вы такие глупые вопросы так нет, задаете, просто аж мне прям неудобно. Нет, я не думаю, что вам дают сценарий, вот здесь вы скажите ей так, но вы шоу-вумен. Это чистая импровизация. Да, вы шоу-вумен, вы знаете, где нужно... Конечно. Где не хватает перчинки, да? Конечно. Хорошо, я в принципе понял. А скажите, может у певицы, по вашему мнению, получиться, сложиться успешная карьера без внешности? Вот она талантливая, классно поет, у вас много таких девочек приходит, но некрасивая. Может стать звездой? Сейчас нет. Нельзя, да, уже? Времени то. Мне кажется, что сейчас нет. Потому что много у меня и студентов в академии, и конкурсантки были совершенно с потрясающими голосовыми данными. Ну, не красавицы, но и не совсем уродки, но как бы внешние данные на сегодняшний день. Товар должен быть качественным. Вы можете не бить даже хорошо, а если вы выглядите прекрасно. Ну, это правда. Это абсолютная правда. Хорошо. Хочу увы, вас. Увы. Хочу вас процитировать. Не может быть все, понимаете ли? Все. Все, не, все мало, одна, одним доставаться мало, не может мало все. Мало таких, чтобы все было в тандеме, в совокупности. Это очень редко. Full package, да, как говорится. Процитирую вас. Тот же 2008 год. Вас спросили, в те времена была конкуренция? Вы ответили, раньше было три звезды, которых знал весь Союз. Это я, Альбек Днишев и Роза Рымбаева. Конечно, каждый из нас знал, кого позовут петь на «Голубой огонек» в Останкино. Но тогда вообще было очень много концертов. Я в Москву несколько раз в месяц летала с гастролями и участвовала на всех союзных мероприятиях. Иногда мы друг друга подкалывали. Конечно же, я прикольщица. В 84-м году... В каком? В 84-м. Мне было 2 года. В Алма-Ату, в Алма-Ату приезжает утренняя почта и делает выпуск «Утренняя почта» в Алма-Ате. И в этом выпуске Алибек Днишев или Роза Рымбаева никто не участвует, там есть только вы. По какому принципу тогда вот этот отбор происходил? Или это после Орфея? Как это было? Ну, это же ясно, боже мой. Это же ясно, Тимур. Ты в него не можешь. Потому что они уже участвовали, а я еще не участвую. А нет, да, только я, по-моему, участвовала. Я не знаю, по какому. Это москали. Я вообще говорю, если бы не Москва, меня бы, наверное, здесь бы и не признали. Но это была конкуренция? Абсолютно точная. И причем это делала публика, это делали ее поклонники, его поклонники, мои поклонники. То есть это была такая, знаешь, война незримая такая, война, которую создавала публика. Холодная война, это да? Это такая холодная, из-под тишка, естественно, была конкуренция. Естественно, я ей завидовала. В хорошем понимании этого. Ну, это вы сейчас так говорите. За что-то вам сейчас стыдно в этом периоде? Вот это какие... естественное явление молодых девчонок, молодых парней. Почему не талантливых? Почему не я? Почему? Ну, я потом повторила подвиг-то. Угу. Я повторила практически все, это, прошла всю дорогу, которую прошли мои конкуренты. Сейчас вы уже дружите. Конечно. Более того, недавно... Да что делить-то? Денег-то нету все равно.
что делить-то? Или уже все заработали? Тогда была слава, тогда было телевидение, радио, кого пригласят, кого нет. Вы недавно буквально Розу Конышеву выгораживали и защищали, когда в соцсетях на нее стали нападать за то, что она певца Ернара Айдар как-то вот что-то о нем сказала. Ну, Тимур, это нормально, но есть, мы же только в начале нашей передачи говорили о том, что есть такое выражение. Ну, есть, ну и что? Есть борцы, которые выступают на конкурсах, такие как Димаш, такие вот как Адам, вот сейчас вот Айдынка у нас выступил, потом есть, ребята, которые поют, которые зарабатывают деньги, а эти не будут зарабатывать деньги, потому что они борцы, они поднимают флаг Казахстана. Я вообще удивляюсь, как можно было такое написать и сказать. Лукашенко вручает ей награду на сцене, глава такого огромного государства, звезду. А в это время в казахстанском инстаграме ей говорят: уезжайте из страны. Нет, не возвращайтесь. А, не возвращайтесь. Да, не возвращайтесь в страну. И потом, говорит, тащит двух своих сыновей. Ты не будешь своих детей тащить, Тима? Кто, я? Ты не будешь своим детям помогать? Нет, это же глупо. Это же естественно. Это глупо, это настолько абсурдно, это настолько возмутительно. Для меня это был просто шок, когда я это услышал, и когда мне задали такой вопрос. Поэтому я же говорю, Диас меня оберегает. Я никогда туда на эти сети, шмети. Да, лишний раз не зайдете. Ты мне сказал по столу не стукать. Я вот по столу. Потому что эти ваши хрущевские методы прекратите. Ну, ты понимаешь, я из такого жуза, где драка, там я первая, понимаете ли. Причем беру не кулаками, а голосом. Я начинаю там невидимых мужиков собирать вокруг себя. Поэтому для меня это было возмутительно. Я несмотря согласен ни с вами на полностью. Что, была конкуренция, есть какие-то моменты. Но если этот человек достоин вообще, ее имя написано золотыми буквами в нашей казахстанской энциклопедии и музыкальной. Только. Да, и не только казахстанской, конечно. Потому что была Роза Рымбаева, потом была София Ротару, потом была Пугачева. Так сказал Андрей Малахов. Интересно. Вот так вот. У вас с песнями интересная история, которая повторяется. Вы поете песню, потом ее исполняет кто-то другой, и эта песня становится... В основном София Ротару. Я все песни перепевала. То есть вот есть такие певцы вторые, понимаете ли. Вот там была такая Чепрага, она тоже была вторая. Точно так же, когда Пугачева и там Ротару. Рымбаева. Нет, вот, у меня история. Хочу спросить про историю с Алией. Это как получилось? Вы первая исполнительница этой эпохальной песни Алия. Ну, вы же уже все вот это уже это все уже написано во все стороны было. Я хочу от вас услышать. Я боюсь. Что это такое? А вдруг меня сейчас опять осудят? Мы вас не пустим в Инстаграм. Это абсолютно точно. Был какой-то конкурс, то ли патриотической песни, то ли еще чего. Это было в Целинограде. Я тогда спела эту песню, но вырезали из эфира, потому что я была в короткой юбке, типа. И тут же показывают, это какая-то передача была, и тут же показывают Розу Рымбаеву, она тоже в короткой юбке стоит. То есть это была политика чья-то. Меня хотели просто отрезать вообще. Вам перекрывали кислород. Абсолютно. Какой-то продюсер, как вот сейчас некоторые ты делают. Абсолютно хорошо ты сказал, мне перекрывали кислород. Меня не включали в правительственные концерты, меня не включали какие-то юбилейные концерты, которые проходили на уровне правительства в Москве, где-то по Советскому Союзу. За что, как вы думаете? А потому что я городская, я здоровая, я, понимаете ли, ну никакая, типа. Ну, вообще меня как-то не воспринимали. Если бы не Москва, конечно, если бы не конкурс «Песни по жизни», я бы, наверное, до сих пор бы еще вылазила. Как насчет песни «Жанана»? Кто спел ей эту песню первый? Вы или Мақпал Жүнісова? Здрасте! Я просто уточняю сейчас, кто первый спел эту песню. Это моя песня. Первая я ее спел на Тамаше. В Целинограде, опять-таки. Ее написал специально для меня Куат Шельдебаев. Кстати, вот там еще есть Саана Штара. Ты не нашел эту песню? Тоже Куата Шельдебаева. Очень красивая. Ой, ты ее не слышал. Ты найди ее где-нибудь там. В этом. Я приеду к вам домой и все скопирую у вас. Ты все, это, что у вас это... есть. Кто-то должен хранить данные. Вы этим не занимаетесь. Нет, у меня ее нету. Это я первая исполнитель. Она ее спела на Азе Даусы как конкурсную вещь. И там версия совершенно другая. И она более современная. А здесь у меня было в таком органном. Это как будто орган. Это вот настолько это было действительно, что это мама, это красота, это тепло, это душа, это степь. Там был только орган. А эта запись сохранилась в этой версии? У вас есть она? Да. Есть? Да. Здорово. Тогда мы обязательно ее как-нибудь послушаем и представим еще зрителям. Вернем ее в эфир.
Постараемся, по крайней мере, это сделать. Я вас прошу, пожалуйста, вообще верните меня. Скажите мне... Мне до сих пор место под солнцем своим, я все время все карабкаюсь. Все у вас хорошо, не прекращайте. Да у меня круто. Не гневите Бога. Скажите мне, пожалуйста, это была такая закономерность, что в Гюльдер все выходили замуж за художественного руководителя? Как такое получалось? Зачем же у меня была любовь? Ну, замуж же вы вышли. Как твоего папу зовут? Бауржан. Тимур Бауржанович. Знаете, это была любовь. Зачем же вы так это? Что значит закономерность? Ну, потому что вы, Роза Куанышевна. Что такое? Если бы я была Лией Акаповым, я бы тоже за Розку замуж вышла бы. Что? Я сейчас потерял. Шутка. Нет, это не закономерность. Нет, зачем же? У меня была любовь. Это незакономерно. Вы согласны с тем, что лучшие ваши песни были написаны в тот период, когда вы работали с Александром Аблаевым? Под его руководством. Мои лучшие песни? Угу. Они были и до Аблаева. В 79-м году, когда я получила гран-при. И до гран-при. Кстати... Ты не слышал вот эти... Это надо пойти на казахское телевидение, посмотреть там фильмы, концерты, которые делал Пономарев и Ергалиев. 5 плюс 5, ровно 21.00. Алмата встречает друзей. Здравствуй, друг. Ну, то есть нет, вы не согласны с этим? Нет, абсолютно нет. Но вам нравится этот период? Вообще этот период, наверное, самый золотой. Но не лучшие песни. Я запутался. А зачем же не лучшие песни? То есть вы согласны с тем, что я говорю? Тимур Бауржанович, вы меня прямо уже запутали. Хорошо, я тогда... Я тогда должна у тебя спросить. Это я должна спросить у зрителей. Я должна у тебя, хитро, Бауржанович. Хитро. Вот видишь, если ты меня сюда вытащил, значит тебе нравится моя творчество. Значит, я тебе нравлюсь. Значит, тебе что-то такое вот это задело тебя. Эту истину мы знаем с тех пор, как мне было 8 или 9 лет. Продолжаем наш с вами разговор. Нагима, хочу с вами поговорить про ваш голос. И вот процитирую. Вы говорите... А чтобы спеть песню на всю площадь своим голосом, это вообще что-то нереальное. Да и звания сейчас очень странно дают. В наше время было все по-другому. В наше время это вот фраза, конечно. Но представь себе, если я получила гран-при, и только через 20 лет я получаю народную артистку. Через 20 лет, когда там, в других государствах и республиках, давалось просто автоматически. Но все-таки кто-то был, кто мешал, значит, да? Ну, естественно. Хорошо. Тогда вот смотрите. Их уже нет. Ну, тогда мира и покоя всем. Да ладно, покаяние. Я, когда готовился, наткнулся на форум, и на этом форуме сидят ребятки аж в 13-м году и говорят, у кого осталась пластинка Нагимы Искалиева, пожалуйста, оцифруйте, поделитесь, мы не можем найти песни. И там вот куча сообщений, они ищут, и кто-то пишет, кто-то спрашивает, зачем вам это, и там человек пишет, потому что у него голос хрустальный и льется, как родник. Как это красиво, да? Хрустальный голос льется, как родник. Сейчас никто даже так не описывает голоса, никто так не говорит. Никто так не поет. И вот в связи с этим я хочу процитировать. На пластинке 89-го года сзади есть описание. Его написал некий Е. Бычков, я так полагаю, Евгений. Я да. не знаю, кто это. Да, это Бычков у нас здесь был такой... Критик. Критик, да. И вот он пишет. Перед вами вторая пластинка, записанная казахской певицей Нагимой Искалиевой. Я буду выдержки читать. Записанные на диске песни не только раскрывают яркий и многогранный талант певицы, но и представляют широкому слушателю наиболее характерные черты сегодняшней казахской эстрады. Мелодичность, душевность, обращение к глубоким личностным темам. Прекрасный результат принесло трехлетнее сотрудничество певицы с группой «Медео», руководитель Александр Аблаев, о котором мы уже говорили. Да. За годы совместной... Гениальный музыкант. Гениальный. За годы совместной работы Нагимы и «Медео» накопилось немало песен. Эта пластинка, собрав лучшие из них, является своеобразным этапом в творчестве певицы, однако итог подводить пока рано. Работа продолжается. Сегодня, 2018 год. И у меня есть претензия к вам. Причем претензия не только у меня. Начинается. Ну, я сегодня, готовясь, спросил, задайте вопрос Нагиме Искалиевой. И мне несколько человек написали, почему она собой не занимается. Почему она не занимается своим творчеством? Устала, Алла. Я педагог. Я преподаю. Ну как, вот смотрите, есть мало у кого
есть такое национальное достояние. У американцев была Уитни Хьюстон, которая себя загубила, вообще не сохранила голос. Вы помните, да, она приезжала к нам, в каком состоянии она была. Я была на этом концерте. Это было так больно просто на это смотреть. Реально, ты растешь, ты вот и все, в общем, вдрызг это все. У нас Нагима Искалиева не занимается своим голосом. Почему? Я абсолютно согласна с тобой. Ну почему? Объясните. Не хочу. Надоело. Надоело быть гениальной певицей и хорошо звучать? Ну как это? Что происходит? Расскажите мне психологически, что? Я же сказала тебе в начале нашей с тобой беседы. Я на самом деле действительно лентяйка. А раньше как вы работали? Сейчас меня сын это упрекает. А раньше... Раньше были пинающие? Раньше было, да, по башке давали, обязательно телевидение, радио, мы записывали концерты, музыкальные фильмы, мы ездили на фестивали, мы ездили по всему Советскому Союзу, я знаю всех композиторов, там, Саульский, Мажуков, Пахмутова, Бабаджанян, да, боже мой, кто там, ну, всех композиторов, Фраткин, там, Тухманов, Раймонд Пауз, было интересно. А сейчас как-то, не знаю, какая-то апатия, что ли. И нету таких вещей, нет таких песен, чтобы меня зажгло. Вот нету какой-то стимуляции. Может, мне влюбиться, что ли? Я его не знаю. Ну, может быть, у вас в творческом, в семейном тандеме получалось замечательное творчество. Что творческие люди должны обязательно, у них должна быть какая-то мотивация. Их должен, вот сейчас мотивирует, или чего, как мотивирует меня мой сын, который все время меня колбасит, меня. Ну, потому что он тоже ваш фанат, он переживает, он любит, он ждет. Вот пускай он сам и занимается. Я педагог. Вот смотрите, вы педагог. Я сейчас занимаюсь своими студентами. Хорошо, тогда вопрос к педагогу у меня. Ну. Педагог Нагима, скажите, если вы сейчас решите собраться, уделить огромное количество себе как вокалисту, вы сможете прийти в форму вокальную? Вы хотите сказать, что я не в вокальной форме сейчас? А я не знаю, я не слышу. Здрасте, вот я сейчас на одной тойской, тойском мероприятии. Вообще практически Жанна пела без микрофона. И... Жанна, кстати... И народ просто был не то чтобы удивлен, они просто упали со стульев. Там был один представитель какой-то английской... Нет, не английской, да, английской авиакомпании. Он просто говорит, вы наша, говорит, Арета Франклин. Угу, который недавно ушла. Я говорю, maybe Уитни Хьюстон, говорю, он yes. Представляете, а как я по-английски? Шпрехаю. Вот Жанна, это, наверное, единственное, по крайней мере, опубликованное живое ваше выступление за несколько лет. В прошлом году на концерте группы Мэтсу вместе с ними вы исполняли. И там действительно живой звук. Вы очень хорошо ее поете. Вот я хочу такие песни петь. Я хочу монументальные, чтобы меня зажигало. Почему тот же Баттер перепел все песни, не перепел, а спел те песни, которые были написаны в 80-х годах, конец 90-х. Вот тот же, она. Это же песня написана где-то 20-30 лет тому назад. Это тоже Куат Шальдибаев написал. Угу. Вот кто гениальный композитор. Он говорил, я говорю, вот те молодые, которые сейчас получили или выходят на эстраду, у которых есть голоса. Я говорю, найдите деньги, заплатите. Это он не будет там, гробастать у вас огромные деньги, но он напишет вам красивую авторскую песню. Вы почему не обращаетесь сами к нему? Почему он вам не пишет сейчас песни? Куатова, например. А у меня денег нет. Ну... Давайте серьезно, да, ну я же нет, переживаю. Он сейчас живет за городом, он несколько раз мне говорил. Я вижу его на всех презентациях, он все время в городе. Он все время говорил, давай встретимся, мы у нас вот есть... Нет, у нас еще есть песни, которые, в общем-то, никто и не слышал. Так. Те песни, которые он как-то вот там написал, и потом они у него лежат. И вот я говорю, он живой композитор, и их надо хватать, вытаскивать. Они, кстати, тоже все очень в обидках. Да. Они в обидках. А мы не можем, говорит, тойские песни писать. А увы, к сожалению... На потребу не могут работать. Да, они не могут. Точно так же, как и есть, вот, допустим, тот же Али. Он говорит, я не могу песни такие писать, понимаешь? Я хочу воспитывать свою молодежь, свою публику красивой музыкой, хорошей музыкой, которая была бы на мировом уровне, понимаете? И поэтому я, собственно говоря, с ним согласна. Но одну такую песенку можно написать, понимаете? Можно. Да, для того, чтобы сгенерировать доход. Ну вот, да. Ну та же Еркия, да, Исмаха, пожалуйста. У нее до этого были клипы красивые. У нее там где-то там клип какой-то, песня монументальная на рельсах где-то. И никто не воспринимал. А вот спела вот эту песню, и все.
И покатило, и полилось. Хорошо. Мани. Скажите мне, стоит ждать от вас камбэка? Вот это, вот скажите человеческим нормальным языком, стоит что такое камбэк? Ждать триумфального треки, возвращения треки. Великого голоса? Нет, есть определенные моменты, потому что я уже, когда еще собиралась несколько лет тому назад сделать сольный концерт, я помню. А зачем мне это делать концерты, если его не транслируют? Если их не показывают, сколько вот у меня такой гениальный концерт был в 2003 году. В 2003 году. Живым оркестром, там, угу. Боже мой, там этот клип, который я сняла, Бондарчук снял. А где? Почему не показывают? Я вот хочу сказать вот про Розу тоже. Она каждый год, практически в течение 15-20 лет, у нее каждый год она Шахараду как-то. И нигде не показывают этот концерт. Вот сейчас, в прошлом году, в августе, мы дали концерт, то есть я участвовала. Огромные деньги. Я говорю, лучше тогда те деньги, которые даются нам на концерт, их снять клипы, да? Несколько причем, и отдать вам. Почему и все, нет? И покатило тогда, и все корпоративы, все тусовки. Я более того, я вас прошу, все сделайте свадьбы, это. Юбилеи, все наши. Я вас очень прошу, сделайте, пожалуйста, это. Концерт? Нет, сделайте клипы, выпустите песни, пожалуйста, вернитесь на сцену. Воспитывайте молодежь. Все, завтра возвращаюсь. Вас не хватает. Это правда. Это абсолютно. Кому не хватает? Мне не хватает. Мне и тому мальчику, который внутри меня сидит в ДК имени Тухмагомбетова, вас не хватает. Ну, не могу. У нас совсем немножечко времени остается. С вами оно пролетело вообще незаметно. Я хочу спросить, какие, на ваш взгляд, самые главные искушения на пути артиста? Слава. Слава самое сложное. Да, это такое искушение, когда ты почувствуешь это, когда тебе показали, и ты вышел с какой-то такой совершенно непонятной песни, и вдруг ты на следующий день проснулся, и когда ты проходишь мимо этого человека, ты думаешь, боже мой, кто это? А с тобой снисходительно здороваются. Вот это слава. И когда уже вы, кстати, средства массовой информации, называете звезда, а мы кто? А мы кто? Они звезды, Маша, вашу, понимаете? А мы кто? А вы жители Олимпа. Это другое. А мы звездищи. Да, это другая лига. Абсолютно другая лига. Не, у нас ниша совершенно другая. Мы, в общем-то, у нас есть свое место. И поэтому я горжусь этим местом. И я вам еще устрою бомбу. Скажите мне, пожалуйста, что для вас духовность? Как вы понимаете? Это странно. А ты мне не объяснил, что такое камбэк? Камбэк — возвращение. Триумфальное. Триумфальное возвращение. Камбэк? Да. Да. А, вот это же в английском. Это оно и есть. Что для вас духовность? Духовность — это когда ты в согласии сам с собой. Когда ты любишь себя. Вот это духовность. А когда ты себя гнобишь, когда ты себя истязаешь, осуждаешь, иногда бывает это у меня, когда я сама с собой остаюсь. Это когда ты в тандеме сам с собой. Вот это самое главное. Я не люблю, когда меня учат, я не люблю, когда меня... дают какие-то вообще советы, наставления. Самый лучший критик для меня — это я сама. Я никогда себя не смотрю на телевидении. Я никогда не смотрю свое интервью. И, кстати, я в этом отношении не единична. Все звезды голливудские, западные, они говорят, никогда не смотрят свои премьеры, никогда не смотрят на себя, потому что я только посмотрю на себя, и у меня куча претензий к себе. Mm-hmm. Поэтому, если я вдруг сама себе понравилась, я просто говорю, что ну неплохо. И я никогда не бываю довольна собой. Спасибо вам большое. Спасибо за... Тебе, Тимурчик, спасибо. Такой за то, удивительный пригласил. Час. Спасибо за вашу откровенность. Как, уже прошло? Уже прошел час, да. Я думала, что еще. Это было невероятно приятно. Спасибо вам за ваше творчество, за вашу музыку, которая в сердцах миллионов. Спасибо, Гаку, вам, что не забываете. Каждый четверг в 6 вечера. Программа «Если честно» с Тимуром Баламбетовым. «Если честно». Только на Гаку-ФМ.